Привет! С вами снова я, Ромашка, и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Училка вечером вышла в магазин, купила немного продуктов и сняла вам небольшое видео. Где смогла снимать, там снимала, потому что в Эмиратах это запрещено, и никто не должен попасть в кадр. Вот. Что могла, то сделала. Покажу вам уютненькие тарелочки, интересные цены, посчитайте сами. Кстати, прошу обратить внимание, за мной забор, огромная территория. Здесь живут семья шейхов. А я живу рядом. То есть можно смело сказать, что по соседству со мной живет королевская семья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поехали, посмотрим, что в магазине. Пенечки здесь. Финиковый сироп, орешки. А дальше уже район соков, пепсиколы, водички. Здесь оливки стоят на распродаже. Вот. Хорошая цена, кстати. За трое оливок 15,70. Это где-то на 7 умножим. 105 гривен где-то. Вообще здоровская цена. Дальше молоко вот такое, длительного хранения. Мука, сахар. Ну, вот сколько риса, посмотрите. Сколько вариантов риса здесь есть. Вообще просто. Просто целые кучи вариантов риса. Еще не все, еще вот здесь вот варианты риса. Просто. Я люблю рис, эта страна любит рис. Очень круто. Вот, любим здесь колбаску. И самое главное, все эти вкусности. Вот, все цены за 100 грамм умножайте на 7, если в гривнах. Если в долларах, надо делить на 3,68, и будет вам доллар. Эти листики очень вкусные. Это называется wine leaves, и завернуты, в них завернут рис. Вот всякие такие творожные штучки, точнее, это как фета. Ну и, конечно, оливки. Посмотрите на цены. Цены просто шикарные. Вот 100 грамм оливок, дирхам 79. То есть где-то 7-8 гривен. 8 гривен стоит. Это просто шик. Да. Меньше чем полдоллара стоит 100 грамм. Они здесь действительно вкусные. Просто классные и вкусные. В общем, люблю этот отдел. Ну, пока никого нет, показываю вам большой молочный отдел. Вот. Смотрим, любуемся. А вот молочные продукты. Йогурты. Белый йогурт возьмем сегодня, попробуем нормальный творог сделать. Молочко. Вот цены. А вот отдел всяких кексиков и лепешек. Видите, насколько мало уже в конце дня. Люди здесь настолько это любят. Это действительно вкусно. Что большинство лепешек и булочек, вот даже пустые полки уже разобрано. Но это действительно вкусно. Народу очень много, снимать тяжело. Вот у нас все для ванн, туалетов, туалетные утенки, всякие чистящие средства. В основном все еду сейчас покупают, поэтому могу для вас снять. Вот всякие освежители туалетные. И дальше уже одноразовые тарелочки, ложечки, вилочки. Вот. Такой, в принципе, приличный магазинчик у нас Бакалейка. Вот, на тарелочках покрупнее. Смотрите, насколько много размеров, вариантов, узорчиков. То есть даже когда берешь одноразовую посуду в парк, надо, чтобы она была красивенькая, уютненькая обязательно. Разных размерчиков. И для такого, и для такого, и для первого, и для второго. И стаканчики разные, чашечки разные. В общем, все здесь очень миленько и уютненько. Обращаю внимание еще на подставочки. Смотрите, красота какая, да? Не просто вот какой-то кусочек без узора. С любой полочки сейчас достану. О, боже, как красиво. То есть подставочки под тарелочку. Разного формата.
вообще разного узора. Эти малюсенькие какие есть. Вот. Ох, вообще. Классно, да? Сейчас еще посмотрим. Вот другого размера. С такими узорчиками. Ну, приятно, приятно. В общем, народ уделяет вот таким вот деталям много сил и времени. Красота!